Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем нашу очередную образовательную неделю. У нас сегодня не очень простой вопрос, да, но очень популярная тема – боль в животе. Нас ждет завтра клинико-анатомическая конференция очередная, в четверг наш амбулаторный консилиум. И ежедневно мы продолжаем нашу программу «Гиппократ». Я напоминаю, что мы уже провели два раздела этой программы «Гиппократ». В 2020 году это 81 вебинар или лекции по клинике внутренних болезней. В 2021 году это клиническая фармакология, это было 70 вебинаров. Обратите внимание, что оба наши программы посмотрело почти 100 тысяч человек. Но кто не успел, тот не опоздал. Можно посмотреть это все в записи на нашем амбулаторном ТВ в Ютубе, ну или на сайте «Амбулаторный врач». Ну а вот «Гиппократ III», который идет, начинается вот с этой недели, с 1 сентября фактически. Это дифференциальная диагностика, неотложные состояния и фармакотерапия в клинике внутренних болезней. Это будет 64 вебинара. И мне представляется, что в финале «Гиппократ 1», «Гиппократ 2» и «Гиппократ 3» это будет абсолютно для терапевта поликлиники, да и не только, и для студентов вузов, да, на одном носителе каком-нибудь полный курс всего того, что называется клиника внутренних болезней и лекарственной терапии, и клинической фармакологии, ну и все общие частные вопросы внутренней медицины. Я хочу заранее вас пригласить на нашу очередную сессию. Ну, вы знаете, что это традиционные сессии, они проходят в Москве. В этот раз она будет, как сейчас говорят, в гибридном формате и онлайн, и офлайн. Мы ждем врачей для очной нашей встречи. Ну и маленький анонс этого сессии я хотел бы, чтобы вы сейчас посмотрели. Не секрет, что аптека сегодня превращается или уже превратилась и в лечащего врача, потому что к вам, наверное, приходят за советами. Меня интересует такой вопрос, ведь время же течет и быстро, и незаметно, лекарства меняются. Да, сегодня же есть совсем иные препараты, да, современные, высокоэффективные, пролонгированные и так далее, и так далее. Вот удельный вес нового по сравнению с удельным весом старого. Вот изменяется сейчас? Меняется очень сильно. Очень сильно. Ну и когда-то же дибазол с папаверином был. Да. Да. Наш сегодняшний разговор в этой прекрасной аптеке был в преддверии нашей сессии амбулаторного приема, традиционной, которая будет 14 сентября в Москве, и который будет полностью посвящен лекарственной терапии. Приглашаем вас всех. Я думаю, что будет всем не скучно, интересно, познавательно. Ну и послужит для улучшения нашей с вами работы. Ждем вас 14 сентября в 9 утра в том же месте. Москва, Новый Арбат, 36.
Вы знаете, я бы хотел сегодняшнюю нашу встречу начать немножко, может быть, не с той темы, но просто это настолько необычные, интересные данные, которые животрепещущие, и я буду стараться об этом говорить во всех наших образовательных программах, потому что, чтобы об этом узнали как можно больше врачей. Подведены итоги. Да, к сожалению, неутешительные. 27 тысяч аутопсий, проведенных в Москве у больных, умерших от ковида. И сравнили. Это впервые удалось сравнить первую, условно, волну, вторую и третью волну. С 1 июня 2020 года, да, затем 2021 год, разные периоды времени. Что имеет большущее значение? Обратите внимание, что без коморбидных заболеваний, ну, будем говорить, условно здоровых, было всего 3,6%. Ну, на 27 тысяч аутопсий 3,6% – это минимальный процент. Все остальные пациенты, умершие от ковида, были коморбидными больными, многие из которых вообще не знали о том, что у них есть болезни. Многие эти болезни велись не совсем адекватно. Ну и очень маленькая толика пациентов, которые все-таки как-то обеспечены были контролируемым введением на амбулаторном этапе. Но вот что показали эти волны. Ну, во-первых, гипертония, которая практически на нее не повлияли ни времена, ни волны, ни изменившиеся штаммы и прочее, прочее. Но вот обратите внимание, цереброваскулярные болезни, они выросли в разы. Больные с ишемической болезнью сердца выросли, больные онкологические, больные с ожирением, сахарный диабет примерно одинаково. Почему это я говорю? Ну, потому что мы же все как бы живем, возможно, ну вот в преддверии очередной волны. Ну так вот, по прогнозам, четвертая волна, все эти столбики, которые растут, они будут продолжать расти, поэтому нужно всем организаторам здравоохранения, врачам, ну, я не знаю, всем специалистам понимать, что в руках нужно иметь многие вещи, заранее их приготовить, чтобы можно было более успешно лечить больных вот с подобными историями. Посмотрите, что творится с инсультами и с инфарктами. Посмотрите, инсульты и инфаркты. Обращайте на это внимание. У септических больных стало больше, больных с тромботическими осложнениями стало больше. Словом, вот такой совершенно необыкновенный расклад, который подготовили патологоанатомы Москвы совместно с клиницистами под руководством профессора Заратянца Олега Вадимовича, главного патологоанатома города Москвы. Ну, теперь давайте мы вернемся к теме сегодняшнего нашего разговора. У нас очередной блиц амбулаторный. Я вам хочу сказать, что мы с вами уже этих блицов подготовили, посмотрели 13, более 12 тысяч просмотров, 49 регионов Российской Федерации смотрели, крупнейшие города и не только крупные города. И самое интересное, что наш амбулаторный блиц интересует не только терапевта врачей общей практики, но и специалистов самых разных профессий. Ну, значит, ну, наверное, это действительно интересно. Ну, я неоднократно уже говорил, что название блица ассоциируется с шахматами, и мы с вами уже каждый наш амбулаторный блиц посвящали выдающимся шахматистам, да, которые должны были в условиях короткого промежутка времени выбрать самое лучшее ведение партии с тем, чтобы добиться результата хорошего, как и на амбулаторном приеме, в течение короткого периода времени увидеть главное и сделать правильные выводы. Мы с вами говорили о Тигране Петросяне, Михаиле Тале, о Ботвиннике, о Смыслове, о Чигорине, о Корчном, о Карпове, о Спасском, да, и об Александре Алехине вот справа. Ну, а сегодня у нас Анатолий Карпов.
Анатолий Евгеньевич Карпов, ну, известный советский, российский шахматист, 12-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта. Он начал играть в шахматы слишком рано, ему было 5 лет всего, научил его отец. Вот я тоже научился играть в шахматы, ну, наверное, передвигать фигуры где-то годика в 3, в 4 я уже играл в шахматных турнирах. Это было очень незабываемое время, но, к сожалению или к счастью, шахматы требуют сидения на стуле, причем 2/3 времени в течение суток. Без этого шахматистом стать великим невозможно. Но для меня были футболы, баскетболы, ну и какое-то время уделял шахматов. Ну вот решил, что без усидчивости подобное делать ничего невозможно, потому что в голове у шахматистов миллионы партий, в том числе сыгранных век 2, 3, 5, 10 веков тому назад. Кстати, как и у врача, у терапевта все время должны быть в памяти какие-то запоминающиеся больные, какие-то ассоциации. Без этого очень трудно быть терапевтом. Ну, вы видите его путь в школу Ботвинника. Но вот там потом была очень интересная история. Карпов не поступил в МГУ, он не прошел по конкурсу. И тогда его наставник Михаил Моисеевич Ботвинник обратился к министру высшего образования СССР Вячеславу Елютину с ходатайством выделить для Карпова все-таки дополнительное место в МГУ. Но авторитет Ботвинника был непререкаем, поэтому Карпова приняли. Но почему-то, это остается за кадром, Карпов перевелся в Ленинград на экономический факультет Ленинградского государственного университета, что не вызвало позитивных эмоций у Михаила Моисеевича Ботвинника. А Карпов стал выпускать за клуб, Центральный спортивный клуб армии. Его тренером стал Семен Абрамович Фурман. Вот здесь он на фотографии, гроссмейстер, известный шахматный теоретик, тренер. Ну и вот, который, конечно, и вырастил этого гениального шахматиста. Почему гениального? Ну, я вам точно могу сказать, как шахматист, гроссмейстером ни гений стать не может. Это исключено. Это гениальные люди с какими-то совершенно врожденными невероятными способностями. Карпов окончил университет только спустя 10 лет, потому что он там мотался на всякие турниры. Ну и уже окончил университет, будучи чемпионом мира. Дипломная работа Карпова была посвящена проблемам рационального использования свободного времени при социализме. Карпов – чемпион мира среди юношей, чемпион России. В 1974 году он победил на турнире претендентов для того, чтобы сыграть на звание чемпиона мира с американским гроссмейстером Робертом Фишером, о котором мы тоже приготовим соответствующую передачу. Но это совершенно такая великая, но странная фигура в мировых шахматах. Ну, даже вот этот эпизод с Карповым. Матч должен был пройти весной 1975 года на Филиппинах. Но Фишер сначала выдвинул множество условий, а после того, как часть их не была принята в ФИДЕ, Международной шахматной федерации, в обиде, отказался играть. И звание чемпиона мира перешло к Анатолию Карпову без игры с Фишером. Карпов удерживал шахматную корону 10 лет, уступив ее в знаменитом противостоянии с Гарри Каспаровым в 1985 году. Вошли в историю многочисленные противостояния Карпова с Виктором Корчным. Ну, несмотря на практически равные поединки, Карпову так и не удалось завоевать звание чемпиона мира по шахматам, но фигура тоже самобытна, мы об этом уже говорили. Ну, Карпов такой универсальный шахматист, но вот отточенная техника, реализация достигнутого преимущества, ну, а затем без лишних нервов доведение до выигрыша партии. Вот Владимир Крамник, очень из молодых, самых-самых титулованных шахматистов современности, он отмечал чрезвычайно психологическую устойчивость Карпова, его способность
играть без оглядки на все, что имело место до настоящего момента в конкретной партии. Это особенно проявилось в Багио, когда Карпов играл с Корчным, и при счете 5-5 игра у него не ладилась, уставший, вымотан. Тем не менее, он показал великолепную игру и победил в партии, в матче. После ухода из больших шахмат Карпов занялся активной общественной политической деятельностью. Ну и он известен еще как нумизмат, как известный филателист. Я очень хорошо знаю Карпова. Однажды мы сделали большое мероприятие в нашем Московском государственном медико-стоматологическом университете, который мы называли «Шахматная медицина». Это была шахматная партия, но только по одной из историй болезни. И была викторина, победителей которых ждал сюрприз. Этого сюрприза никто не знал, ну, кроме меня. А сюрприз был следующий. Первые 20 человек победителей этой викторины, им в качестве приза после нашего вот этого симпозиума на 20 шахматных досках им предоставилось право и честь играть блиц-турнир с Анатолием Карповым. Карпов выиграл 19 партий. Одну партию свел в ничью. Молодой наш студент, третьего или четвертого курса, я уже не помню, перворазрядник, ну, в общем, шахматист. Это было совершенно необыкновенно и интересно, как любой блиц. Почему он отказывался? До себя боялся. У Фишера вообще на протяжении всей его великой шахматной карьеры можно было проследить одну проблему. И, пятую вот, паранойю. Да, вот пятую, может быть, паранойю – боязнь начать соревнования. Вообще у шахматистов нет, реально нет, до сих пор нет тестов, в какой форме шахматист находится. Вот я, когда начинал соревнования, и сейчас, буквально в течение первой партии, а уж после первой партии точно я могу сказать, в какой форме. А вот до начала партии я не могу сказать, какой я форме. Я думаю, что у Фишера такое же понимание самого себя было. И он, мы можем вспомнить, он там, ну, матч с Паским, он и задержался, и потом на вторую партию не пришел, первую партию играл непонятно как. А Фишер уехал с международного турнира, где все шло замечательно для него, и тем не менее он уехал. По-моему, с какой-то Олимпиады он сбегал. То есть вот у Фишера постоянно... То есть непорядок. Постоянно присутствовала неуверенность на старте. Ну, вот такой вот Карпов, так его впечатление об игре с Фишером. Итак, ну, давайте мы начнем. Я долго мучился, как же начать сегодняшний блиц, но мне помогло одно письмо, которое мы получили вот на наш сайт. Письмо следующего содержания. Простой способ, пишет доктор, диагностики острого живота. Два градусника, один ректально, другой под мышку. Ежели разница больше 1 градуса, это острый живот. И не надо УЗИ, КТ, МРТ, биохимия и прочее. В стационаре разберутся. Ну вот такое. Ну, доктор, если бы это было бы все так просто, то не было бы написано миллион книг по острому животу. Я думаю, что если бы это было действительно так, то бы заинтересовались бы в мире этим вопросом, провели бы плацебо-контролируемые исследования, взяли бы 100 больных с перитонитом, 50 им бы засунули во все места градусники, а 50 бы шли бы без градусников. Но никто бы не знал изначально, какая у них болезнь. И вот если бы удалось показать, что в 49, которым засунули градусники, оказался перитонит, ну, тогда, может быть, это бы стало бы достоянием трудящихся. Давайте все-таки не будем отходить от классической медицины, тем более боли в животе, да и острый живот. Ну, это каким-то образом надо знать. Здравствуйте. И для начала я хочу показать разбор нашей пациентки, которая будет вот неким лейтмотивом в нашей с вами беседе, которую провела доцент нашей кафедры Сидякина Юлия Владимировна.
Давайте посмотрим, мне кажется, любопытный случай. Здравствуйте, как вас зовут и сколько вам лет? Здравствуйте, меня зовут Лида, мне 20 лет. Скажите, пожалуйста, что вас беспокоит? Меня беспокоят боли в животе. Покажите, пожалуйста, где боли возникают? Здесь. Они отдают куда-нибудь вверх, вниз? Они идут вниз, по центру. Угу, покажите рукой. Вот сюда вот. Нет ощущения, что боли опоясывают, радиируют в левую или в правую ногу, в копчик? Нет. Такого нет. Вверх они поднимаются? В области верхней части живота не беспокоит, только внизу живота. Скажите, пожалуйста, когда эти боли у вас возникли? Боли возникли дней 5 назад. Вообще до этого уже были такие боли, но мне было лет 15. Угу. Это было один раз всего, и как бы я после этого забила на это. Когда у вас были эти боли в 15 лет, вы кому-то обращались, вам какой-то диагноз ставили, вас обследовали, показывали кому-то из специалистов? Нет, я тогда не обращалась, потому что буквально часа два, наверное, поболела и отпустила. Я выпила обезболивающее и все. Угу. Какие обезболивающие, не помните? Я не помню. А после этого у вас никогда эти боли не возникали? Нет. То есть они ни с чем не связаны? Нет. Боли при дефекации нет? Когда у вас менструальный цикл, он безболезненный? Безболезненный, и вот как раз недавно на днях я проснулась от того, что у меня должен был начаться менструальный цикл, и очень сильно заболел живот. Получилось так, что я начала терять сознание от того, что была очень сильная боль, а такого вообще никогда не было. Угу. То есть в 5 дней назад у вас эти боли резко возникли, да, или до этого все-таки был болевой? Резко возникли. Вас кто-то смотрел из специалистов? Я вызвала скорую, приехала скорая, мне поставили капельницу. Вас хирург, гинеколог смотрели? Да, смотрели. То есть никакой острохирургической, гинекологической патологии не подтвердили. У вас когда-нибудь была язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки не было? У кого-нибудь из родителей были болезни желудка, кишечника? У мамы что было? У нее язва, вот, но ее вылечили, насколько я знаю. Угу. Скажите, пожалуйста, когда-нибудь с детства диагнозы со стороны желудочно-кишечного тракта ставили? Панкреатит, гастрит, такие Нет. диагнозы не слышали. То есть, в принципе, боли в животе был однократный эпизод в 15 лет, и сейчас 5 дней назад по поводу чего вас обследовали и посмотрели хирург и гинеколог. Можно вас, пожалуйста, посмотрю? Угу. Ножки в коленочках. Чуть-чуть пониже спуститесь, приподнимайте, так вот, живот расслабьте, угу. Глаза наверх поднимите, язык мне покажите. Угу. Угу. Руки вдоль тела. Скажите, пожалуйста, вот так вот боли где-то есть? Uh-uh. Нигде не болит? Угу. Вот так вот боли, здесь боли нет. Здесь. Mm-mm. Вот так. Вот тут есть. Вот здесь, вот, да? Mm-hmm. Вот так. Нет. Вот так. Со стулом как у вас? Все хорошо. Нарушения стула не было, да, никогда? Mm-mm. Вот так вот. Боли здесь есть? Нету. Вот здесь. Вот здесь. Вот так. Нет. Вот здесь вот? Нет. Вот здесь. Так, боли есть? Чуть-чуть. Где? Покажите рукой, пожалуйста. Сюда дает. Дает. Угу. Вот так. Нет. Не болит. Здесь. Нет. Болит. На бок ложитесь, нижнюю ножку выпрямляйте, верхнюю сгибайте, ручку вот так, угу, прям бочком. И глубокий вдох, выдох, расслабьте же, вдох, выдох. Так, болей нигде нет. На спину обратно поворачивайтесь. Вдох, выдох. Так, болей? Нет. Нет. Лида, так как вас посмотрели хирург и гинеколог и исключили хирургическую и гинекологическую патологию, необходимо исследовать функцию желудочно-кишечного тракта с учетом того, что болит проекция перехода тонкой кишки в толстую и проекция желчного пузыря.
Соответственно, необходимо сдать такие рутинные методы исследования, провести. Это общий анализ крови, биохимический анализ крови, показатели я вам напишу, какие необходимы. Они определяют в первую очередь функцию печени. Второй момент. Необходимо исследовать толстую кишку и тонкий кишечник с учетом того, что все-таки эпизод не первичен, и с учетом того, что локализация как раз вот в кишечнике. Соответственно, необходимо провести те методы исследования, которые нам в первую очередь позволят исключить патологию толстой или тонкой кишки. Хорошо? Угу. Все, спасибо. Ну, вы знаете, вот мы показываем вот эти ролики такого классического осмотра. Вы бы так бы их складировали бы где-то и периодически бы смотрели. Потому что, как вы поймете попозже, вот этот осмотр был сделан абсолютно в том стиле, который известен много-много лет, где было выполнено абсолютно все. И жалобы подробные, и анамнез подробный, и без критичный осмотр живота. И все это уложилось в определенное время. О, как же я люблю читать ваши комментарии. Да, многие из них очень остроумны. Но вот доктор пишет, вообще-то температура и так разная без острого живота. Да, особенно у женщин при наступлении беременности, пишет другой доктор, ректальная температура повышена, чем под мышкой. Да. Ну, а вот один доктор написал уже диагноз нашей пациентки – перекрут жировой подвески. Ну, если честно говоря, я этого не знаю. Я спрошу Юлию Владимировну как-нибудь, что знает ли она про это. Но я вам хочу сказать, давайте на территории поликлиники, ну, по поводу диагнозов, ну, попроще, ну, намного попроще. Да, это очень важно. Я даже не знаю, кто-нибудь видел доказательно эту болезнь в принципе, но только доказательно. Ну, может быть, я не силен в математике и не дошел до таких крутых диагнозов перекрут жировой подвески. Ну, давайте вернемся к нашей пациентке. Молодая женщина, совсем молодая. Боли в локализации в последние 5 дней внизу живота – связанные с месячными, 15 лет уже были подобные боли, эффект был от анальгетиков. У нее отягощенная наследственность, вы слышали, у мамы язвенная болезнь, ну и при пальпации болезненность в определенных точках. Вот что было известно. Ну, этой пациентке мы провели дополнительные исследования, которые вот сейчас Юлия Владимировна и прокомментирует. У пациентки 20 лет было выполнено ряд обследований. В общем анализе крови выявлено снижение гемоглобина до 65, МСВ 64,1. То есть микроцитарная анемия тяжелой степени. По остальным показателям практически без изменения, кроме изменения уровня трансферрина 3,36. Также были выполнены рутинные методы исследования электрокардиограмма и КТ органов грудной клетки, по которым не выявлены изменения. В связи с болевым синдромом в брюшной полости было выполнено ультразвуковое исследование. Данных за какую-либо структурную патологию не выявлено. В связи с тем, что снижение уровня гемоглобина знала на амбулаторном этапе пациентка, а также в стационаре, было повторно показано хирургу и гинекологу данных за структурную патологию и за острую гинекологическую хирургическую патологию не выявлено. Было выполнено также ультразвуковое исследование органов малого таза, какой-либо патологии нет. В связи с этим выставлен предварительный диагноз воспалительное заболевание кишечника, осложненная микроцитарная анемия тяжелой степени, в сопутствующие это функциональные расстройства желчеводящей системы и синдром раздраженного кишечника. В связи с тем, что подозрение на воспалительное заболевание кишечника, обследование необходимо провести, это колоноскопию, анализ кала на кальпротектин, как неспецифичный показатель любого воспаления кишечника. В связи со снижением гемоглобина, несмотря на то, что на амбулаторном этапе была выполнена гастроскопия около 2-3 недель назад, где не было выявлено эрозийно-язвенное поражение желудка 12-перстной кишки, осложненное кровотечением, а пациентке необходимо повторную гастроскопию. И симптоматичное лечение, вы видите, оно здесь представлено, тримебутин, рибамипид, с препаратами железа до результатов обследования.
Вот теперь, ну, наверное, уже надо от перекрута жировой подвески точно отойти в другую сторону, потому что, несмотря на вот какую-то такую более-менее понятную, наверное, ситуацию, вдруг образовалась вот эта микроцитарная анемия, причем достаточно выраженная. Поэтому я хотел бы напомнить, это будет иметь отношение к нашему диагнозу, что микроцитарная анемия – это когда объем, средний объем эритроцитов менее 80, всегда в основе лежит дефицит железа. Ну, ежели этого нет, реже это анемия хронических заболеваний. Ну, а уж если говорить о каких-то более редких ситуациях, то в случае микроцитарной анемии с не пониженным, а с повышенным содержанием железа, тогда, наверное, речь идет о единственном показании при анемии, консультации гематолога, потому что, наверное, тут надо думать о талассемии. Но, тем не менее, заинтересовавшись этой анемии, мы провели еще дополнительную встречу с нашей пациенткой, и она оказалась очень интересной и имеет отношение к диагнозу. Ида, скажите, пожалуйста, сколько вам полных лет? 20. Скажите, пожалуйста, что вас беспокоит? Меня беспокоит головокружение, постоянная бледность. Как давно это беспокоит? Лет с 15. А что еще помимо этого? Очень сильно обожаю есть мел. Меня тянет прям очень сильно. С какого возраста у вас вот это влечение к мелу появилось? Мел я ем со школы. Я, насколько помню, постоянно пыталась украсть мел в библиотеке. То есть, когда менструальная функция началась, да, то есть захотелось есть мел. Бензин, запах обожаю, обожаю запах краски, это прям все. У вас до сих пор это периодически уходит вот, в лечение, потому что поесть мел, понюхать бензин, или вот постоянно у вас на протяжении, по сути, с 15 постоянно. Лет, да, примерно, постоянно. Скажите, пожалуйста, а уровни гемоглобина, как, вот сдавали общий анализ крови, какой да. у вас гемоглобин? Последний раз у меня было 60 уровень гемоглобина. Когда это вам выявили, в каком возрасте? Это было еще с 15 лет, у меня гемоглобин всегда снижается до 60. Вас обследовали, делали гастроскопию, да, то есть обследовали со стороны желудочно-кишечного тракта, смотрел гинеколог, да, то и какую причину анемии вам ставили? Причины нету. То есть вам ставили диагноз ювенильного хлороза, железодефицитной анемии. Вы какие-то препараты принимали? Да, я пила железо, капельницы железа ставлю. И, не знаю, гемоглобин поднимаю, но это ненадолго хватает, все равно падает. Скажите, пожалуйста, вы на учете у гинеколога не состоите? Нет. То есть у вас все нормально, все цикл сохранен, никаких выделений других нет, да? То есть чтобы были обильные менструации или нет, этого нет. Понятно, спасибо. Ну, я, во-первых, очень благодарен нашим докторам, которые внимательно слушают. И вот, например, доктор пишет, почему врач при первой встрече не собрал этот анамнез. Он бы собрал этот анамнез, но я специально вырезал эту часть разговора с тем, чтобы ее оттенить, потому что все-таки тема боль в животе. Я хотел, чтобы наш один из самых квалифицированных гастроэнтерологов показал, как надо собирать анамнез гастроэнтерологически, с осмотром, с пальпацией и так далее, и так далее. Но это было точно. Дальше тут вот есть уже диагнозы пошли. Скорее всего, глисты. Ну, всякое может быть в жизни, и глисты могут быть, но все-таки макроцитоз должен быть при глистах. Другой пишет, как же я по вам соскучилась. Проклятый ковид не дает возможности повышать свои знания, отнимает все время. Надеюсь, скоро победим его и заживем, как прежде. Этим, наверное, надо было заключить, но у меня еще есть несколько слайдов, я бы хотел это показать. А так вам большое-большое спасибо. Может быть, целиакия? Все может быть. Давайте мы вот немножко поговорим о более простых вещах. Габриэл Гарсия Маркес «100 лет одиночества». Ее зеленоватая кожа и вздувшийся твердый, как барабан, живот свидетельствовали о плохом здоровье и постоянном недоедании. Долго ее не могли заставить есть. Никто не мог понять, почему она не умирает с голоду. Пока не открыли, что Ребекке по вкусу только влажная земля, да куски звездки, которые она дирает ногтями от стен.
землю и звездку она ела тайком, сознанием вины, и старалась сделать запасы, чтобы полакомиться на свободе, когда никого не будет рядом. Я это не случайно привел описание в литературе, да, хлороза или ювенильного хлороза, или там поздний хлороз, это удел женщин. Называется эта болезнь еще пикохлоротика, хлороремия, бледная немочь раньше называли. И если возвращаться к доктору, который написал, почему не обратили внимания на это и не задали вопросы во время осмотра, вот смотрите, что пишет Маркес. Она ела тайком, сознанием вины. Эти девушки не часто рассказывают врачу, что вот у них есть такие пристрастия. А она рассказала лишь только потому, что она увидела перед собой высокопрофессионального врача. Не с первого раза пациентки так говорят. Ну, что я вам хочу сказать. Конечно, у нас нет колоноскопии, но я не думаю, что там будут какие-то откровения. А вот то, что при хлорозе, особенно у молодых, бывают боли в животе, и особенно связанные с месячными, как у нашей больной, вот здесь вероятность такая присутствует. Поэтому если мы перейдем к вопросу диагноза конкретного, то колоноскопия нам исключит многие какие-то другие вещи, а хорошее лечение препаратами железа А и Б, хороший гинеколог, который сделает так, чтобы кровотечения во время месячных были меньше, для этого цели сегодня есть огромный ассортимент оральных контрацептивов, и плюс хороший препарат железа, и мне почему-то представляется, что вот у него болей больше не будет. Тем более хлороз – это временная история, и будем надеяться, что все будет именно так. Возвращаемся к тому, что мы говорим. Я вам хочу показать, ну вот, хотел сказать последнего из магикан, но его уже, к сожалению, нет. Но это действительно магикан. Это был огромный мостик между медициной той и медициной современной. Ну и он обрушился. Андрей Иванович Воробьев. Я знаю поликлинику, знаю участковую работу, знаю помощь на дому. И чем отличается помощь на дому вчера от той, которая была 200 лет назад? Да ничем. Также человек приходит и жалуется на головную боль или вызывает тебя, у него текут сопли, высокая температура, или просто высокая температура, или просто болит спина. И ты в конгломерате проблем должен разбираться. Так было, так есть, так будет. Ну, не головная так боль в животе. И действительно, ничего не изменилось ни в клинике, ни в диагностике, ни в анамнестических сведениях по сравнению с тем, что писались в книгах много лет тому назад. В конечном итоге нужно действительно уточнить, от чего бывают боли в животе, и поставить диагноз, который я хочу еще раз, чтобы было понятно. Все проблемы в медицине упираются в диагноз, который должен быть аргументирован, который должен соответствовать всем классификациям и номенклатуре болезни, основанной на всестороннем и систематическом изучении пациента. Итак, боль. Еще она известна со времен Цельса. Она была описана как непременный атрибут воспаления. Знаменитые 5 признаков, которые воспаление, которые знает любой студент после патологической физиологии. Но не все эти 5 признаков применяют в своей жизни, в своей практике. Но тоже ничего не изменилось в характере воспаления, укладывается в эти определенные проявления воспаления. И среди всех гастроэнтерологических симптомов, конечно, острая или хроническая боль в животе, вызывающая большой дискомфорт наряду с другими симптомами, но все-таки она по частоте стоит на первом месте. Ну, для амбулаторного врача главное и важно не пропустить
острую ситуацию, то, что мы называем острый живот. Несколько азбучных вещей, которые должны знать все врачи. Потому что, повторяю, ничего за многолетие не изменилось. Итак, интактные вне болезни органы брюшной полости, они не отличаются чувствительностью. И боль, исходящая из этих органов, возникает только в двух случаях. Если повышается давление, идущее изнутри к наружу, и вторая, по какой-нибудь причине, гладкая мускулатура спастически сокращается. Вот это то, что известно. Расширение вызывает газ или жидкость, а спазмы – препятствия на пути пассажа пищи или патологического раздражения. Чаще напряжение и спастическое сокращение отмечаются вместе. Небольшое напряжение вызывает такое ощущение, как метеоризм, а более сильное напряжение или более сильный спазм полостных органов вызывает явление, которое получило название колики. Итак, любая боль является проявлением вот этих двух процессов. Одно – давление с расширением и со спастическим сокращением. Это вот то, что нужно понимать. Второе, что нужно понимать, что существуют определенные уровни, согласно которым в медицине есть абсолютно понятная и очень важная история, которая называется локализацией боли. Эта локализация может быть эпигастральной. Это локализация под правой подреберной дугой и под левой, в правом подреберье, в левом подреберье, в пупочной области, в нижней части живота справа, в нижней части живота слева, в области мочевого пузыря. Это имеет огромнейшее диагностическое значение, поэтому каждый раз, когда речь идет о боли в животе, нужно указывать обязательно эту локализацию, как многие и другие вещи, которые изображены здесь. Итак, очень важно начало боли, и Юлия Владимировна на это акцентировала внимание. Боль может быть разной, и внезапная, и отсроченная, и медленно прогрессирующая, и постепенно нарастающая. Она может быть по интенсивности сильная, умеренная, легкая. По динамике она тоже имеет свои характеристики. Она может проходить, она может быть нарастать, она может менять свой характер. Может быть постоянная, может быть схваткообразная. Она может быть глубокая, она может быть поверхностная. Зависимость боли от движений, физиологическое отправление – это тоже факторы, которые нужно спрашивать. Про локализацию я уже сказал. Она может быть устойчива, она может мигрировать, она может иррадиировать. И очень важен анамнез, соответствующий в том числе о предшествующем обезболивании и соответствующей динамике жалоб и симптомов. Я бы хотел, чтобы вот эта табличка была под глазами у врачей. Ну, а как это спрашивать, я думаю, что эталонный был осмотр и в этом плане, потому что практически все необходимые при алгоритме исследования при боли в животе были заданы больному, больной нашей, и определялись или не определялись, исключались при анамнезе и при пальпации. Очень важный вопрос, который я сейчас затрону, он имеет отношение к любой медицинской проблеме, проблема, которая должна решиться с постановкой нозологической единицы, которая должна быть аргументирована и квалифицирована, подробно описана. Одна из подробных таких записей в постановке диагноза должна касаться этиологии. Ну вот смотрите, вот алкоголь. А обращать внимание на маркеры алкоголя. Ну вот здесь они приведены. То есть если болит живот у человека, у которого имеются вот подобные проявления, это очень важно. Это очень важно. И надо понимать, что болевой синдром в животе, будь то за счет портальной гипертензии, будь то за счет печеночной гастропатии, ежели при этом имеются алкогольные стигмы, то это, естественно, должно настораживать врача в плане вот
появление боли именно с этой болезнью связано и с теми неотложными состояниями, которые этим могут быть обусловлены разные, включая, там, не знаю, перитонит у больных с портальной гипертензией и сосцитом. Атеросклероз. Если есть атеросклероз, если есть его проявление, если есть проявление, то здесь боли тоже должны каким-то образом быть ассоциированы. Потому что все-таки для терапевта важно не искать совершенно разные болезни, не связанные друг с дружкой, а все-таки попытаться их уложить в одно. И если подумать об этом, то тогда реже будет пропускаться различные острые ситуации, именно связанные с атеросклерозом. Ну, вы видите, здесь они представлены отдельным, но тоже сосудистой проблемой стоит кетоацидоз. На фоне декомпенсации сахарного диабета появляются боли в животе разнообразного толка. И ежели при этом не знать, что больной страдает сахарным диабетом, не взять у него глюкозу, кетоновые тела и быстро не назначить терапию, да, дезинтоксикационную, инсулином и так далее, и боль проходит на фоне нормализации уровня глюкозы и кетонов. Иными словами, всякий раз, когда рассматривать боль, нужно понимать, что есть этиологические факторы, общие патогенетические, и ими не пренебрегать. Ну, вот патогенез. Патогенез при появлении острого живота можно тоже говорить, что это тоже некий есть симптомокомплекс. Острая, высокой интенсивности, точка, точно локализованная в месте повреждения, с нарушением перистальтики, с признаками системного воспаления, интоксикации и симптомами раздражения брюшины. Это тот комплекс, который сопровождает острый живот. Заболевания органов пищеварения, при которых наиболее часто возникает острый живот. Здесь они все приведены, они все у вас известны. Но вот обратите внимание, при наличии вот этой остроты на внешний вид пациентов, на бледное лицо, то, что мы называем вообще лицо Гиппократа, фациес гиппократика, да, это очень-очень характерные внешние проявления, внешние приотпущенные уголки губ, которые наблюдаются при остром животе, заостренные черты лица. Ну а ежели еще и посмотреть на цвет кожи, она может быть желтушная, она может быть бледная. И очень важно понимать, что есть осмотр с соответствующими классическими проявлениями раздражения брюшины при остром животе. Кстати, во время осмотра они тоже были проведены. Ну и, наконец, очень важно понимать, что не всегда мы можем боль в животе уложить в какое-то известное этиологическое с одинаковым или патогенезом заболевание. Тогда нужно вернуться к тому, что те проявления, которые есть у пациента, боль в животе в частности, это требует оценки и других позиций, пол и возраст. Очень важно, язвенная болезнь чаще развивается у молодых, желчнокаменная чуть позже, у женщин это часто при наличии ожирения, я бы сказал, и при наличии артериальной гипертонии, ожирения, боль в животе, как правило, определенная, если еще и локализация, связана с желчнокаменной болезнью. Панкреатит, который имеет свою абсолютную понятную природу и проявления там опоясывающие боли, которые могут быть связаны либо с приемом алкоголя, очень важно, либо сопровождать желчнокаменную болезнь хронический холецистит, потому что панкреатит – это воспаление, микробы каким-то образом должны туда проникнуть, а проникают они из желчных путей, из холедоха через фатеров сосочек, дуктус, в проток поджелудочной железы, Версунга в проток, и возникает панкреатит. Панкреатит может быть сосудистого происхождения у пожилых людей. Ну, аппендицит, кстати, все возрасты, но, тем не менее, 20-40 лет. И не забыть, что у пожилых людей онкологические заболевания, которые могут вызывать тоже различные болевые ощущения.
симптомы тревоги. Ну, это вот просто должны быть где-то выписаны симптомы и признаки боль длительностью более 6 месяцев, да, ночной характер боли, который вызывает пробуждение больного, примесь в калии, крови, рвотных массах, рвота стойкая, дисфагия, дебют симптомов после 50 лет, в семейном анамнезе онкологические заболевания, язвенный колит, болезнь Крона и другие. Да, но у нашей пациентки вот язвенная болезнь была у мамы. Лихорадка, немотивированное похудание. Ну а при осмотре симптомы тревоги – это, безусловно, гепатоцеленомегалия, это лимфоаденопатия, это изменения в анализе крови, изменения в анализе мочи, положительная реакция крови с соответствующими тестами, ну и различные инструментальные исследования, включающие и ультразвуковые исследования, ну и колоноскопию, компьютерную томографию. Вот анамнестические предикторы заболеваний желудочно-кишечного тракта. Перенесение заболевания, прием лекарств, лучевая химиотерапия, условия питания, жизни и привычной интоксикации. Ну, вот это тоже должно быть каким-то образом быстро оценено, что и было в нашем примере, который вот провела Юлия Владимировна. Ну, давайте так, я остановлюсь на этой схеме, потому что она обширная, но, тем не менее, если это держать рядышком, вот под собой где-то, вот тут вот на столе, то во многих случаях это будет помогать. Итак, болевые синдромы могут быть при заболевании пищевода, при заболевании желудка, при заболевании кишечника. И в разных историях они сопровождаются разными дополнительными симптомами. Ну, если это речь идет о пищеводе, то здесь и дисфагии, и рвота, и отрыжка, и кровотечение алой кровью, и кота, различные другие симптомы. Если речь идет о заболевании желудка, то здесь свой алгоритм, свои наиболее частые сопровождающие симптомы. Ну и при заболевании кишечника в том числе. Ну нет необходимости каждый расписывать, это надо сфотографировать и иметь при себе как некую подсказку. Ну, немножко остановимся на разных характеристиках боли, которые наиболее часто в практике бывают. Итак, голодная боль. Наиболее узнаваемый синдром, когда болит в верхней части живота. Возможно, рвота, после рвоты, после еды. История возникновения – это после погрешности в питании, после возможного какого-то стресса, отягощена наследственность по язвенной болезни, ну и наличие и начало болезни в возрасте молодом. Ну и здесь могут быть разные ситуации, которые, ну вот, требуют дополнительных процедур диагностических. Но и идеология, она достаточно понятна. Боль в верхней части живота и в правом подреберье специфична для желчнокаменной болезни, ну и для дебюта острого холецистита. Вы видите, что есть ряд сопровождающих симптомов, есть некая история возникновения, есть коморбидная патология, мы уже на эту тему говорили, женщина, гипертоник, полная, ну вот, желчнокаменная болезнь, ну как вариант калькулезный острый холецистит. Боль в верхней части живота при панкреатите, ну также требует наличия и других симптомов. Вы видите, здесь они описаны, и тошнота, и рвота, после рвоты боль ослабевает, вздутие живота с плохим отхождением газов, отсутствие стула, возможно, гипертония. Ну и опять, коморбидная патология очень важна, ну и связь с приемом пищи, шоколадом, кофе, спиртным, перееданием, чаще вечером и ночью. Возможные диагностические направления – это панкреатит, ну и в тяжелых ситуациях панкронекроз.
Ну, действительно, бывают эти гастрологические формы, сейчас их стало реже, которые симулируют болевой синдром. На самом деле это может быть за счет грудной жабы. Ну и, конечно же, расслоение аорты. Но для этого, обратите внимание, нужна коморбидная патология. Коморбидная патология, в частности, атеросклероз. Боль в верхней части живота и правом подреберье при заболеваниях печени. Ну, здесь очень важная анамнез, особенно анамнез алкогольный, с алкогольными стигмами всевозможными, и лицо, и отсутствие зубов, и наличие геморроя, и кровоточивости, и связь с приемом пищи, безусловно, со всеми проявлениями алкогольной поливисцеропатии. И все зависит от длительности алкогольной болезни. Если это в начале самом, это называется алкогольным стеатозом, ну, иногда боль бывает, но функциональные пробы печени не нарушены, да, и особых субъективных тяжелых сопутствующих проявлений нет, ну, а функциональные пробы, когда нарушаются, когда появляется еще больше симптомов, мы уже говорим про гепатит, появление портальной гипертензии, это уже цирроз печени. Боль в мезогастрии. Это тоже мы с вами уже говорили о важном понять локализацию. И вот мезогастрий, внезапная чаще всего, сильная, схваткообразная, с вот, периодами покоя, точно локализованная, ну и снижающая при введении спазмолитиков. Здесь приведены различные дополнительные симптомы, ну и особенности вот анамнеза проявляется после употребления мочегонных продуктов и средств. Ну, видите, здесь представлены. Ну и, может быть, есть проявление почечной колики, тем более, что соответствующий анамнез и избыточное употребление жидкости вызывает этот болевой синдром. Боль внизу живота. Острый, сильный, резкий, тянущий. Ну, сопровождающие симптомы, учитывая, что это чаще, есть проявление гинекологической патологии, поэтому различные выделения из половых органов, ну и все, что здесь написано в плане радиации. Вот, вы видите, есть некий гинекологический анамнез, который надо уточнять, в нашем случае он был уточнен, ну а заболевания, тут перечень их представленный. Ну, невозможно не упомянуть острый аппендицит, более-менее, ну, нацеленность в этом плане есть, и если это боль в правом нижнем квадранте живота, если это сопровождается какими-то воспалительными явлениями, хотя это не всегда бывает, ну, и есть вот определенные моменты, связанные с возникновением боли, с радиацией, в зависимости от проложения червеобразного отростка. Боль в мезогастрии нижних отделах живота, а также диффузная боль в животе, они самые сложные для диагностики, потому что они проявляются разнообразными жалобами. Много факторов на это влияют, и прием нестероидных противовоспалительных препаратов, да, и вообще у пожилых людей с нарушением кровообращения в слизистой, ведь все кровоснабжается, и в случае того же самого атеросклероза, да, возникают различные элементы ишемии органа, в том числе и ишемия органов желудочно-кишечного тракта, и это все сопровождается болью. Поэтому мы часто ставим ишемическую болезнь кишечника, но у кого? У человека, у которого имеется атеросклероз. Просто так это невозможно. Ну и есть особые заболевания, которые имеют свою огромную клиническую картину. Надо понимать, что ежели на приеме у терапевта или дома остро возникающая боль, которая вот сохраняется 6 часов и более, да, усиливающаяся, сопровождается снижением давления, тахикардией, признаками кровотечениями, лихорадкой, упорная рвота, напряженный живот, признаки острого живота, травмы живота. Это все то, что требует обязательной госпитализации. Методы исследования, которые имеют значение для
вот дифференциальной диагностики различных болей. Анализ крови, мочи, уровень глюкозы, мы об этом уже говорили, активность амилазы, электрокардиография, чтобы мы не приняли, какие-то не пропустили острые коронарные нарушения. Ну, рентгеновское исследование, сегодня более правильно это компьютерная томография. Да, важны различные обзорные рентгенографии для того, чтобы ну, не пропустить кишечную непроходимость. Ультразвуковое исследование. Но вы знаете, тем не менее, одним из все-таки ключевых позиций является осмотр. Я бы хотел сейчас вам показать образ образцового Василия Парменовича вот в моем изображении, человека, который много чего сделал для сегодняшнего нашего с вами разговора, потому что пальпация по Образцову ее никто еще не заменял. Такое я сделал для внутренней медицины. Ну, первым и, наверное, одним из выдающихся вкладов это была разработка нового метода непосредственного исследования больного, так называемая глубокая, как сегодня ее называют, скользящая методическая пальпация органов брюшной полости. Когда я об этом заявил, реакция общества была абсолютно негативна. А один почтенный профессор медицинского факультета сказал следующее. «Ну, знаете, я думал, что Образцов вообще чудак, а он просто идиот», – сказал он. «Невозможно, с его точки зрения, прощупывать кишечник». Но у меня, к счастью, явились люди, которые понимали всю грандиозность моего открытия. Таким человеком стал Федор Оскарович Гаусман, который всю мою технологию опубликовал на разных языках, в том числе и на немецком, пропагандировал ее в Германии, на всевозможных врачебных конференциях и съездах, и совершенно справедливо мой метод вошел в историю как европейской, так и отечественной медицины, как метод пальпации по Образцову Гаусману. Ну, к сожалению, я знаю, что не все так воспринимают. Многие считают, что это метод пальпации по Образцову и Строжецко – это ошибка по Образцову и Гаусману. И об этом знает весь цивилизованный мир. Ну, вот такая интересная вещь. Принципы лечения боли. Ну, острая боль – приоритет за спазмолитиками. Ну, и тут написаны те лекарственные препараты, которые наверняка вы знаете, применяете и так далее. Одно из самых популярных средств для лечения различных болевых синдромов, связанных с желудочной диспепсией, являются ингибиторы протонной помпы. Несколько слов об этом. Дорогая, а мне такое можно? А вдруг изжога? Теперь можно, дорогой. Ты же Панум по утрам принимаешь. Панум способствует уменьшению выработки излишней кислоты и борется с проблемой изжоги. Ну, вот ингибиторы протонной помпы, они все разные абсолютно. Они все разные. Я хотел обратить ваше внимание на пантопрозол, который отличается его от других ингибиторов протонной помпы. Ну, вы видите, по тем циферкам, которые представлены, это свидетельствует, что пантопрозол, панума, о котором мы сейчас говорили, это более селективный препарат для парентеральных клеток желудка, поэтому в область которых pH достигает наиболее низких цифр. Но очень важно, что вот эта pH-селективность, она обеспечивает достаточно быструю скорость наступления кислот снижающего эффекта. Поэтому для выбора ингибитора протонной помпы этот фактор имеет большое значение. У панума или пантопрозола есть свои преимущества, в том числе и по времени действия. Вы видите, 46 часов против там меньше там, 15-30 часов у других ингибиторов протонной помпы. Ну, пантопрозол, в отличие от других ингибиторов протонной помпы, он не входит уж в такие плотные взаимодействия в печени с цитохромом вот P19, потому что и это позволяет его применять в
комбинации с другими лекарственными препаратами. Он обладает самой наименьшей, но негативным в плане комбинации с другими лекарственными препаратами. Вы видите, один крестик против других препаратов, где этих крестиков намного больше. Ну и вот таблица лекарственных взаимодействий ингибиторов протонной помпы с препаратами других групп. Вы видите, что опять у пантопрозола практически нет нежелательных взаимодействий, ну, вот с этими лекарствами, которые представлены здесь. Ну, а показания, они широко известны. Широко известны это все болезни, которые сопровождаются избыточной кислотообразующими явлениями. Ну, вы видите, здесь они все хорошо представлены. Есть еще один препарат, который я хотел вам сегодня сказать, тем более мы его назначили нашей пациентке. Да, это рибамипид, да, или рибагид. Вот недавно был создан большой консенсус, в котором принимали участие ведущие эксперты в различных областях медицины, и он был посвящен одному вопросу. Вот синдрому повышенной эпителиальной проницаемости в клинике. Вы знаете, вопрос-то совсем не нов. Еще в 1907 году Мечников указал, что вот разрушение и старение ткани является следствием хронического системного воспаления. В результате различных влияний экзогена, эндогенных повышается проницаемость слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, барьер нарушается, ну и все это приводит к тому, что через этот барьер нарушенный проникают бактерии, продукты их жизнедеятельности, возникает избыточная проницаемость слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Но сегодня это уже стало предметом научных исследований, и вы видите, что здесь какие последствия проникновения токсинов и бактерий, да, и висцеральная гиперчувствительность, и влияние на воспаление, и выход токсинов и цитокинов в системный кровоток, и возникает системная реакция. Сегодня мы говорим о том, что слизистая желудочно-кишечного тракта, особенно кишечника, она неоднородна. Есть преэпителиальная, есть постэпителиальная и эпителиальный слой. И вот достоинство этого препарата является, что он влияет практически на все три слоя. Поэтому он такой один и единственный пока на сегодня препарат. Но вы видите, что на бедную слизистую желудку, слизистую кишечника влияет масса факторов всевозможных, и все они вызывают вот эту нарушенную проницаемость. А дальше вот этот системный ответ и то, чего вот сегодня является, ну, как бы одним из самых интересных вот в гастроэнтерологической практике. Вот здесь это все представлено в виде такого схемы. В любом случае нарушается все. Возникают и болевые синдромы, нарушается моторика, ну и, естественно, тяжелые ощущения испытывают больные. Но в результате всего этого возникают всевозможные гастроэнтерологические проблемы, поэтому рибагид, который вот сегодня мы вам представляем, это препарат, который, ну вот как бы на все случаи жизни. Вы видите, что он влияет на все три слоя эпителия. Да, он является аминокислотой, у него нет пока никаких других альтернатив. Да, известен он уже давно, еще вот в Японии, с конца прошлого века. Ну, в России он стал в последние годы особенно популярным. Ну, вот здесь его самое главное действие на все виды эпителия, осуществляя защитную миссию восстановления слизистого слоя, эпителиального барьера, ну и препятствие распространению вот этого воспалительного ответа. Посмотрите, это такая одна из самых крупных работ, более 10 тысяч пациентов смотрели его побочные действия. Ну, всего меньше процента частота побочного действия. Очень важно, что у пожилых людей, да, это тоже очень маленький процент.
Но благодаря всему этому он включен во все рекомендации всевозможных обществ, в том числе сегодня он включен в европейские рекомендации по лечению предраковых состояний, изменений эпителия желудка. Ну вот вы здесь видите эти общества, так что имейте это в виду. Ну и совсем последнее – это, ну вот, ковидная история. Вы знаете, что вирус сегодня попадает не только через дыхательные пути, но и через органы желудочно-кишечного тракта и определяет дополнительное вирусное прямое влияние на ту слизистую, о которой мы сейчас говорим. И поэтому сегодня, значит, у рибагита есть еще одно показание профилактика заражения и осложнения коронавирусной инфекции. Ну, это, наверное, в дань времени, потому что сегодня ковидная болезнь, она вот приобрела несколько иные черты. Если это вчера это были только пневмонии, то сегодня это мозг и это органы желудочно-кишечного тракта, поэтому защищать их необходимо. Ну, лишний раз уровень безопасности высокий у рибагита, ну и назначается он по 100 мг 3 раза в день, то, чего было сделано и нашей пациентке. Словом, это вот все то, что я сказал. Я немножко задержал. Прошу прощения, но вопросов особых у нас нет. Я вас хотел всех поблагодарить и сказать, что следующий у нас амбулаторный блиц будет 5 октября и посвящен осмотру больного с бронхиальной астмой. Спасибо.